Багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу, срібний призер чемпіонатів світу. В минулому – студмер Миколаєва. Для нашого гостя бойове мистецтво – не просто спорт, а основа життя та молодіжних проєктів. Сьогодні ранкову зарядку для нас проводить Раміля Габеков. Доброе утро, друзья! Сегодня мы покажем и расскажем о том, как мы просыпаемся с утра и как мы начинаем свое утро. Вот мы только проснулись, например, что мы должны делать? Изначально, конечно же, умыться должны пойти, а потом начать уже и физическое упражнение. Первое упражнение мы начнем с классическое, просто кисти рук разминаем и шею одновременно. То есть кисти в одну сторону, в другую сторону тоже чередуем. И в это же время шея тоже идет. Ноги на ширине плеч, руки на пояс и шею теперь более скрупулезно, то есть шею мы должны наклонять на максимум вниз, максимум вверх, максимум бок левый, в правый и пошли. Бок, все на максимум. Медленно, не резко. Вот так, хорошо. Можем пройтись. Как пройтись? Разминая опять же спину. То есть, делая шаг левой ноги, мы в левую сторону делаем спиной оборот. Делая правый шаг в правую сторону. И вот под каждый шаг раз, два. Теперь назад пошли. Правый, раз, два. И теперь вот спокойно, непроизвольно пошли вперед, назад. Это упражнение вот надо делать уже после того, как уже примерно мы размяли немножечко спину, размяли немножко поясницу. Сразу начинать это резкие упражнения не надо с самого утра. Рамілю, багато дізналась, якщо під час тренування про цей кікбоксинг, але все одно, от розкажіть від себе, що це таке за спорт і чому вирішили саме ним займатися? Кікбоксинг – це від спорту. Многогранный, то есть все знают, что такое бокс, все знают, что такое карате, например, да. Кикбоксинг – это соединение этих двух видов спорта, можно сказать, то есть это удары рук, удары ног, то есть это бокс ногами, можно сказать, да. У нас в кикбоксинге есть много контактов, есть семи-контакт, лайт-контакт, кик-лайт-контакт, фулл-контакт, лоу, К1, то есть у нас такой многогранный вид спорта. Главное в этом виде спорта это, и вообще во всех видах спорта это главное желание. То есть если будет желание тренироваться, желание и выступать, и глаза будут гореть, приходя каждый день на тренировку или просыпаясь с утра, с самого утра на тренировку, то обязательно приходите, всему вы научитесь. Чому от подалися в те, щоб розвивати якийсь молодіжний рух в Миколаєві? Наскільки, можливо, вже вдалося щось розвити? Почему я подался? Ну, потому что, во-первых, мне это нравится. С самого детства я любил, да, что-то создавать, что-то организовывать, там, образно говоря, там, собирать. Я начинал с того, что мы собирали, были с главными организаторами, там, собирали ребят в футбол играть постоянно во дворе, да, с самого детства. Сейчас мне это нравится, потому что, ну, я люблю что-то, я же говорю, что-то создавать и видеть результат от этого. То есть, создав, например, какую-то акцию, я вижу результат. Например, вот мы создавали акцию под названием «Stop Drugs», это «Stop Наркотик» по всему городу. Мы проводили бесплатные тренировки, наверное, во всех спортивных залах города, где преподают боевые виды спорта. Я видел, знаете, какой результат? Это результат то, что по нашей статистике 15 человек минимум остались в этих залах. Результат виден? Виден. Вот от этого я получаю, честно говоря, большое наслаждение, то, что я вижу, что у нас, не имея, да, например, не влаживая никакие большие финансы и так далее, мы можем просто видеть результат и помогать нашей молодежи.